Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Far Cry 4. Ну что же, и долго не затягивается, а уже переходим к следующей миссии за Уиллиса. Аджай, ты вовремя, я уже закругляюсь. В общем, последнее дело, мы близки к развязке, залезай. Не выкидывай, я выдал ведро кофе, пригодится. Фу ты. Говоришь, к развязке, да? Это интересно. Сейчас будет минутка правды, только не психуй. Твой старик хотел убить твою маму, ведь она решила кинуть всех. Герат, Золотой Путь, общее дело. Что? Уно. Твоя матушка была Хакуной Мататой, или как там у вас? Дос, она следила за Пейганом, несмотря на симпатию. Трес, твой отец был патриотом, то есть попросту мерзким козлом. И о главном. На примете еще один человек Юмы. Займись им! Ну что же, отлично. Еще один человек Юмы. Убийство сверху, называется миссия. Так, хорошо, давайте посмотрим, что от нас требуется, используя костюм крыло, чтобы добраться до монастыря. Без проблем. Вот только мне немножко... Вертушка мне не нравится чуть-чуть. Так, раскрываем парашют. Это было немножко больно. Нормально, используйте фотоаппарат, чтобы познать помощника. Открой его ножом или что там у тебя под рукой. Юма поймет название. Огонь. Так, я тебя понял. То есть нужно совершить дерзкое убийство. Без проблем. Нет места. Фак, надо было реально продаться. Я про это забыл совсем, что у нас по шоссе был переполнен рюкзак. На эту миссию почти получается тоже с полным рюкзаком. Ладно, ничего страшного. По крайней мере... Эй, ты! Твою дивизию. Как я тебя не заметил? Аджай, я не шучу. Ты должен зарезать цель. Труп надо оставить сохранным. А взрывчатка и огнестрел нанесут слишком большой ущерб. Используй клинок. Старая добрая поношовщина. На кой тебе сохранный труп? Я не смогу тебе солгать. Старая добрая поножовщина. И вправду, что может быть лучше? Так. Ну, в общем-то, пока что только одного вижу. Ладно, двоих, хорошо. Но это в любом случае немножко меньше, чем мне хотелось бы увидеть. Там у нас животное какое-то гуляет. Ну, в принципе, оно тоже особо не интересно. Угу. Еще один чувак. Что-то такое у него в руках, какая-то коробка. Так, ну, в общем-то, весело. Миссия веселенькая будет, чувствую я. Меня уже пытаются запалить. Мне что-то подсказывает, что он там будет, наверху, наверняка. Что здесь не запростые ребята гуляют. Ну, в принципе, я думаю, что можно начинать. Так, спокойно. Отъехал, товарищ. Вот это было палево. Ну понятно, короче, все. Замес пошел. Что ж, без проблем. Тоже не тот, кто мне был нужен. Все в порядке. Какое-то странное там укрытие. Так, ладно. Будем потихоньку передвигаться. Главное не убить того, кого нужно.
с автомата. Твою мать, это плохо. Ну давай ты, ну же. Нормально, ладно, жить будем. Немножко фейлово, конечно, сначала, но ничего. Еще разыграемся. Так, подожди. Ты тоже простой? Хорошо. В таком случае, давай, до свидания. Так, ну вроде как только один там есть. Бегает. Ну что это за зверь был? Только что лютый большой. Ах ты, твою мать, понятно, кто это был. Был песик. Давай сюда свою шкуру, пригодится в качестве приманок. Ах, нет места. Ну ладно, приманку одну взяли, по крайней мере. Что у нас там вообще по... Понятно, вообще ничего нету, короче. Только что приманка и есть. Так, тоже обычный. Чего ты идешь искать? А ты меня не видел, да? Окей. По полтинничку дают за выстрел в голову, на самом деле очень неплохо. Можно набить хедшотов и тем самым, собственно, заработать довольно много опыта. Так, ну это ладно, это полбеды. Где же все-таки нам найти того, кто нас интересует? Надо потихонечку двигаться вперед. Потихоньку идти дальше. Давайте тогда для начала, наверное, обыщем здесь все эти ящики, которые здесь имеются. И потом, собственно, будем уже шевелиться. Так, понятно, наверное, он наверху. Да, вот он. Хорошо, один есть, вижу второй. А вот где третий, пока не понимаю. Ну, давайте смотреть. Пока что будем передвигаться к выседи, потому что мы все-таки там шороху понаделали не слабо очень. Так, ну что-то как-то не прыгнет он. Не забирается. А вот отсюда. Окей. Так, хорошо. Еще три штуки наши. Давайте снова проведем небольшую разведочку. Слушайте, ну пока реально больше никого не вижу. Меня это, конечно же, немножко печалит. Не нравится мне, честно говоря, эти животные. Я бы его убил, потому что... боюсь, что оно может меня потревожить. Ну, надеюсь, что оно не будет меня трогать. Оставим их в покое, поэкономим патрончики. Так, ну и там где-то у нас наверху получается, туда нам пока что не попасть, ладно? Пока все эти сундуки ближайшие взяли, можно потихонечку выдвигаться. Тут вроде бы все чисто. Можно запрыгнуть наверх. Сундук же явно где-то там. Прямо надо мной. А вот только что было. Отлично. Ну, по крайней мере, немножко денег полутали, конечно. Дают, правда, тут немного. По 3, по 6 тысяч, но тем не менее. На халяву почему бы и нет. Собственно, на миссии заодно не забрать немножко деньжат. Так, там у нас тоже никого не видно. Очень сильная метель. Это плохо. Напомню, что цель у нас убить помощника Юмы с ножа. Так, Миша, ты пока посиди, ладно? Где же он может быть? Так, получим я этого снять, парня, интересно. Да, должно получиться. Замечательно. Угу, там еще парочка вышла. Подожди, где они? Какого
черта, ладно, плевать. Потихоньку двигаемся дальше. Нажмите, чтобы взять фотоаппарат. Давайте попробуем занять господствующую высоту. Угу, а вот и цель. Ну что же, чудесно. Бейте помощника Юмы ножом. Мне помимо помощника еще просто бы убить начало людей. Что он же там явно был не один. На радаре были показаны двое, второго я упор не вижу. Так, спокойствие, только спокойствие. Ладно, попробуем подкрасться потихонечку. Очень осторожно, не упускаю из рук автомата. Он у нас перезаряжен. Обойма полная. То есть мы готовы, в принципе, бывать с ножа этого и в случае чего вырубать второго с автомата, если там другой стоит. Их там двое, да. Отлично. Вот это было качественно. Щелкни его, ладно? Пост хочет убедиться. Без проблем. Сейчас щелкну. Одну секундочку, только подожди, я денежек возьму. Пожалуй, десяточку. Так, собственно, почитаю письмецо. Памятка АК. Тканка. При раскопках нам удалось найти несколько фрагментов тканка. Пока я еще не вполне уверен, но не похоже, чтобы они избежали Калинага в Шангрила. Боюсь, что это очередной тупик. Но хотел бы я сообщить об этом Юме. Так, ну, в общем-то, Юме за тебя я потом передам сам. Что уже и ничего передать не сможешь. Вроде как сундуки обшарили, давай сфотографируем тебя теперь. Готово. Фото готово. Отлично. Увидимся внизу. Счастливо. Счастливо. Тут где-то, по-моему, боеприпасы я видел, когда проводил разведку. Хотелось бы их найти, честно говоря. Вижу они. А вот они, внизу, наверное. Да, есть такое дело. Зачем покупать, когда можно на халяву поднять? Ну и, собственно, все. Изи-бризи получил задание-то, в принципе. Вау. Офигенно. Ох, лол, там кто-то на мосту стоит, что ли? Да, там стояли на мосту, ребята. Это плохо. Зря я сказал, что миссия изи-бризи. Она еще не окончена. Офигенно, конечно. Момент просто потрясный. Ох, жесть. Чуваку там, по-моему, не повезло немного. Ладно, это все не мои проблемы. Я просто прилетаю мимо. Так, главное, в скалу не врезаться, иначе это будет фатально. Ух ты, блин, вертушка. Твою же мать. Спокойствие, так спокойствие. Тихо, тихо, тихо. Правый борт, левый борт. Оу, опять правый, опять левый. Нормалек. Птица счастья. Получена ачивка. Ох, блин, вот только лавины не хватало. Может, не стоит? Твою же дивизию, вылез. Почему ты не забрал меня там где-нибудь? Откуда-нибудь оттуда. Тихо, 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 тихо. Фу. Ну, вот получилось. Отлично. Мягкая посадка. Разрулил с клиентом? Ага, все сделал. Теперь очередь Юмы. Садись. Вот тебе последний кусок головоломки. Все это время ты убивал агентов ЦРУ. У нас чистка. Бейган Мин больше не представляет угрозу для нашей страны. Надо было замести следы в Керате.
Америка благодарна тебе? То есть все это время ты мне врал? Про твоих родителей? Про них все правда. А вот насчет Юмы? Да. Сам ее спроси! Ты что творишь? Прости, пацан, но я говорил тебе, все патриоты мерзкие козлы! Офигенно. Вот же ублюдок-то, а? Твою мать. Вторая часть завершена, дамы и господа. Да, вот так у поставы я не ожидал. Сняла мешок с его головы? Он может дышать? Ты хотя бы дырки в мешке сделала? Привет. Здорово. Понравилось работать на ЦРУ? Добро пожаловать. Извини за спартанскую обстановку, но какой-то ты у нас мудачок, однако. Зачем ты крутился рядом с Золотым путем и бедным Полом? Тебя тяготит то, что он сделал с твоим приятелем? Как его там? Кардан? Карман? Дурман? Тоска. Ну не грусти, Юма. Мне надо ему все объяснить. Ты ж бедному мальчику мозг вынесешь. Хоть какая-то радость в жизни. Похрен, ты же видишь, он все еще жив. Теперь уходи, мне надо поработать. Ладно, ладно, ладно. Но не смей убивать. И инвалида из него не делай. И вот еще. Да, Аджай, все плохо. Но считай это посвящением. Суровым. И, кстати, отсюда открывается шикарнейший вид. Да, и совет на прощание. Я бы на твоем месте на краю не спал. Отойди с дороги. Как скажешь, зайка. Лежать! Зачем? Лежать, мать твою! Я на полу. Что вы делаете? Что это? Опять. Это было. Опять нашего героя чем-то накачали. Да, из огня-то в полуме. Офигенно, конечно. Ну, Аджай очень доверчивый. Ему что бы ни скажи, он такой, да, хорошо, пойду сделаю. Без проблем, конечно. Аджай. Ух ты. Аджай. Привет. Аджай. Твою мать. Юма, ты меня пугаешь немножко. Буквально самую малость. Падал во сне. Тут такое случается. И не всегда во сне. Такое что-то не знаю. Не для слабых. Так, что к опыту мы залутали? Не смотрите вниз. Да, армия короля это зло. Ну да. Вид открывается неплохой. Давайте вспомним, что у нас там по навыкам. 4 очка имеем с вами, между прочим. Серия убийств. Убейте нескольких врагов подряд, используя РС, затем нажмите ЛС по мере появления предупреждений. Круто, но для начала нужно вот это вот сделать, да, убийство на транспорте. Поучаствуйте в одной гонке киностудии Кират. Блин, надо будет поучаствовать, на самом деле, самому прям интересно даже. Так, ладненько, что у нас открыто здесь. Улучшение кармы мы уже дофига откачали очков. Пока больше не будем. Тут, в принципе, ничего больше интересного-то и не осталось, по сути. Электро концентрации. Так, давайте прокачаем вот это просто для того, чтобы открыть эту ветку, посмотреть, что там еще есть. Да и к тому же, в принципе, транспорт тоже мы часто ломаем. Так, двигая горы, хорошо. Дальше закрыто пока, да? Освободите вам посты, оставаясь незамеченным. 2, осталось 1. Получая меньше урона падения. Ну, нормально, ладно. Потом качнем. Ну и, в принципе, давайте этот инъектор дурацкий тоже прокачаем. Просто потому что очки тратить некуда. Тратить надо. Так, главное, чтобы видеть новый инъектор, удерживайте ЛБ, нажмите РБ. Ну, хорошо. Вы можете видеть места пребывания врагов и животных. Давай. Половину урожая отдаем офицеру местного аванпоста. Инъектор охотника. Тюрьма Дургеша. Будь я пауком, я бы сплел паутину и спустился. Но я не паук.
Ведь паук, она... Твою мать, что ты делаешь? Она... Твою мать! Кожей, она откладывает яйца. Ненавижу пауков. Они все едят. Я тоже пауков не люблю. Я бы спустился. Сегодня мы с Жаешем нашли способ спуститься вниз по скале. Все, что нам нужно, это крюк и веревка. Я уже мечтаю об этом. Бежать надо сегодня, прежде чем погибнет еще кто-нибудь из нас. Мы дождемся ночи и пойдем. Надеюсь, нам удастся проскользнуть мимо демонов. Ну, в общем, пленников здесь накачивают наркотиками. Твою мать! Лол! Изготовьте кошку. 0 из 2. Так, туда мне не забраться, хоть у меня только один получается. Вот эти тени мне не очень нравятся, а также чувак, который сам себе вены режет. Я не чувствую боли, я не чувствую ничего. Стены тонкие, я не чувствую боли. Тоже они неплохо. Они проходят сквозь стены, я не чувствую ничего. Они придут, если услышат. Я не чувствую боли, они едут. Елок! 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 Здорово. Птицееды, на клетке нет замка, но ракшасы ждут тебя, когда они близко, паучий яд сильнее. Не покидай свои клетки, птичка, не попадайся никому на глаза, не смотри вниз. Уходи, уходи, нет, тебе не забрать меня. Да, приходы, конечно, жесткие, сколько же они наркотиков-то не затратят. Постоянно накачивая их. Помогите, не дайте ему съесть мои глаза, помогите. Так, ладненько, это, конечно, все здорово, но куда мне идти-то, интересно? Не дайте-ка ему съесть мои глаза. Сюда мне не пройти, к этому парню тоже, да и не особо хочется. Здесь у нас ничего, кроме записки, нету. Здесь написано, надо изготовить кошку. Может, все-таки как-то сюда? Как-то отсюда? Да что-то не похоже на то. Странно. Да нет, бред какой-то. Тут явно не сюда. Так, хорошо, давайте рассмотримся. Может быть, те, по этой тропинке. Те, кто вырезал город в скале, были сильными. Последователи Калинага. Великой цивилизации. Не то, что жалкий керат нашего времени. Что происходит? Что сажаем? Твою мать! Офигеть. Офигеть. Зарубал жестоко, конечно. Ты только, пожалуйста, не оборачивайся, ладно? Никакого оружия нету. Вот что плохо. Да еще геймпад вибрирует так, что у меня сейчас просто из рук выпадет, наверное. Так, ладненько, я, пожалуй, туда не буду идти. Я, пожалуй, сюда пройду лучше. В топку. В топку, в топку. И при всем при этом мне надо изготовить кошку. Я так понимаю, что вот из этих частей ее изготовлю. Бери давай, ну. Отлично, первая часть есть. Надо валить. Твою мать. Ах ты, твою мать. Твою дивизию. Нет, сейчас умру, не выживу. Беги, беги, Аджай, беги. Фак, он не бегает. Давай, 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 давай. Когда-то Мин был моим вождем. Я была готова на все. Но твоя мать сбила его с пути. Я говорила ему, но он не слушал. Любовь к Ишвари сломила его. Окей.
Что-то текстурки как-то подлагивает немножко. Мясцо, шприцы. В общем, все хорошо здесь у них, у ребят. У миссис Юмы все прекрасно. Блин, там еще один. Ладно, он меня пока не видит. И че? Вот сюда, наверное. Ох, блин, не нравятся мне эти демоны. Ох, как не нравится. А еще не нравится, что не знаю, куда идти. Абсолютно понятия не имею, ни малейшего. Но будем надеяться, что иду правильно. Вроде как похоже на то. Ох, офигеть. Веревка. Давайте, ну, используй. Бегите, используя окошко. С радостью. О, мать твою, давай пройти, дай пройти, дай пройти. Быстрее, 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 быстрее. Беги. Беги, твою мать. Куда? Сюда. Ой, жесть. Ой, жесть. Так я и знал, что он вернется за мной. Офигеть. Офигеть. Просто бежим. Ну сюда не уходит, видимо, боится солнечного света, может быть. А может еще что? В любом случае, поехали. Здесь я уже чувствую себя безопаснее. Так, так вот дальше куда? В общем, вопрос. Ухлоу. Сбегите, используя окошко. Ну. Ага, понял. И когда он отчаялся, я нашла свою судьбу. Я нашла Калинага. Я найду Шангрила. Хорошо. Я одержу победу над Ракшасом. И я перерожусь. Так же, как некогда переродился Калинаг. Я сделаю то, чего так и не смог сделать Пейган. Возрожу великую цивилизацию здесь, в Керате. По-моему, ты немного больна, Юма. Вот не в обиду тебе будет сказано. Но я-то, впрочем, не против. Делай, что хочешь. Возрождай великую цивилизацию. И так далее, и тому подобное. Так, куда мне дальше идти вообще? Этого парня нельзя полутать? А, это помните то, что пробежал там наверху? Мы видели этого его. Да, офигеть, конечно. Не, ну он не лутается, к сожалению. Так, ладненько, давайте смотреть. Надо, по идее, как-то двигаться вниз, наверное. Вот тут какой-то есть. Воу-воу-воу! Твою мать! Офигеть! Вот это жестоко. Вот это было жестоко. Так. Снова приходы пошли. Пока, давай. Просто удачи тебе, Джей. Молодец, все верно сделал, просто красавчик. О, блин, откуда начинаем? С самого начала, да? Ну, конечно же, с самого начала. Разве могу быть по-другому? Так, ладненько, тут, по крайней мере, уже знаем, как тут двигаться и что здесь надо делать. Тут тупо сюда. И когда он отчаялся, я нашла свою судьбу. Я нашла Калинага. Я найду Шангрила. Я одержу победу над Ракшасом. И я перерожусь. Так же, как некогда переродился Калинаг. Я сделаю то, чего так и не смог сделать Пейган.
возрожу великую цивилизацию здесь, в Керате! Спокойно, хилимся. Все хорошо. Бредни Юмы не слушаем. Приходы особо не ловим, все нормально. Так, давай. Мистер Аджай Гейл. Аккуратненько. Вот так. Все, красавчик. Можешь, умеешь. Молодец, теперь ниже. Так, подожди-ка. Я так полагаю, сюда надо, наверное, да? Скачаясь, прыгнуть. Так, ну что ж, друзья, я предлагаю вот в этом месте, собственно, на самом интересном, закончить сегодняшнюю серию, потому что время ее подошло к концу. Надеюсь, что вам понравилось, по-моему, было очень насыщенное на события серия и довольно интересное в сюжетном плане. Оставляйте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете, и забывайте про большие пальчики вверх. А мы скоро продолжим. До новых встреч. Пока-пока. Nahi-nahi papas aja, sab tera pyar divana, pistol me goli rehte hai. Tera mera mera tera taka taka ho jaye, isi tarah.